Всем привет! Сегодня у нас, как обычно, будет роллинг талантов. Попробуем выбить воодушевление, которое я уже третий день пытаюсь словить, но никак не словлю. Хочу прокачать его тыковки и потестировать. Ну что, поехали опять решивать, сливать топ-таланты. Надеюсь, вы будете ставить за это лайки. Так, где там наш любимый стрелок? Вот он, наш стрелок. Так, ну, стоит замедление. Поехали. 271 попытка. В конце пооткрываем коробочки. Вдруг нам повезет. Так, пока только тройки падают максимально. Ну давай, четверка. Пора уже рожать. Четверка. Где наш топ талант? Не хочет. А давайте будем на тыкве ролить. Вот наша тыковка. Посмотрим, как на ней будет дроп. Четверка. Вообще печально, печально. 60 попыток, ни одной пятерки не выбили. Это что такое? Берсерк. Кстати, очень редко падало оживление. Ну давай, приговор. Как ожог, вот. Включили читы. Так, стойкость. Опять стойкость. Бог войны. Приговор. Ну давай. Где ты, воодушевление? Я тебя жду. Опять приговор. Ну просто жесть. Половина попыток. Гнев. Ну, гнева до хрена падает. Ну, давай. Ну. Не хочет. Так, замедление. С чего начинали, к тому и пришли. Ракушка. Не то. Опять ожог. Да. Ну. Блин, вот первая падает, даже четвертая не падает. Падла. Бог войны, бастион, ремка. Тоже что-то не видать. Каменная кожа. Нафиг не нужна. Так, ожог. Смертельный удар. Пипец, короче. Вообще шанс. Шансливо минимальный. Как обычно. Поехали. Разброс. Ну, блядь, берс. Нахрен мне тут берс? Просто имбовые таланты падают. Коррозия. Да, ребят. Ну, давайте еще пятерку паролим за самоцветы. Попробуем. Ну, гнев выпал. Давайте еще трешанем. Приговор. Ну, ты дашь что-то нормальное или нет? Так, все, до пятерки ролим и заканчиваем. Люблю IGG за это. Ну, замедление. Вот такой вот у нас был опять роллинг.
Много интересного выбили, но оно нам не нужно. Будем дальше ловить воодушевление. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.